Итак, мы наконец-таки нашли себе домик. Пока это наши соседи. Это наши соседи. Вот, вот здесь мы живем. А вот наша комнатка. Блин, тут так рядом получается второе и третье. У нас второе, а тут третье соседи. Так оно все слышно будет, если мы с тобой будем ржать. Там никого нету. Ну тут реально хоть пахнет, да, не воняет котами этими вонючими. Ты с бленда еще, да? Да. Вот тут телевизор даже есть. Ну там, в принципе, тоже, да? А вот это так прикольно, мне вот это так нравится. Вот эти штуки. Поняла? Плетеные. Не, ну тут реально даже пахнет. И вот, одесситы, что они придумали? Из-за чего мы отказались от квартиры на Дерибасовской? Потому что вы такого, наверное, еще ни разу не видели. Душ на туалете. Вот тут у нас туалет, и сразу же душ. Друж. У одесситов это так принято. Мы просто в шоке. Посала, посрала. Да ну блин, а как ты потом зайдешь в мокрый туалет, я не понимаю. Ну да, оно сходит. Оно сходит все равно, блин, конечно. В мокрый туалет, прикиньте. Итак, здесь мы живем. Вот наш. Наша двоечка. Это наш номер. Здесь закурит. Вот здесь такой спуск. Здесь какие-то у нас стрёмные соседи непонятные живут. Стрёмные. И вот у них есть кабак. И я сегодня ночью думаю немножко подвыпить и пошкодничать. Где-то тут дятел. А тут даже, смотрите, здесь даже уже почки есть. Не могу понять, кто тут ходит. О, кошка. Короче, где-то тут даже где-то. Вот, туда мы спускаемся. Вот здесь у нас кафе. Здесь мы живем. Мужчина ходит какой-то. Стремный мужичок. Вот здесь есть душ, ванная, туалет. Дороже стоит. Но вот тут зато все есть. Они как у нас тоже кушаем. Все, мы идем. Мама, как на выйти. Вот наша алкоголичка. Вот наша алкоголичка. Электриса. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Я не могла это не снять. Это так сексуально, когда так мужчина делает. Боже, какой молодец. Я в шоке, красавчик. Капец, Лёжа, это так тяжело. Как он это делает? Да? У меня все руки стали красные. Каких он мне на куни лобает? Какое у него тело, бля. Блин, Ружа просто чувак отдыхает. Ну там тоже такой ничего такой. Тут маленький, блядь, ну не хуёво, да, такой. Уже понятно. Этот урок от родителя, я не вижу, когда это урок. У нас тоже урока нет. Ебать, мы обсуждаем, что как старые бабки. А пёс такой, смотри, какой пёс. Ретвейлер. Он, похоже, кстати, тоже качается на него. Мне кажется, это и есть его собака. Собака-балабака. Привет. Уже уйдёт. Зависли. Мама. Мне кажется, тут как-то по-стрёмному сделали. Смотри, как это стрёмно смотрится. Тут тёлочки стоят такие, да? А там мужички. Непонятная фигня какая-то происходит. Что интересно, автор хотел это сказать. Бизнес Оле. Хотела бы здесь работать? А в этих мужичках? Не, ну я в телочках точно бы не хотела бы работать. А в мужичках все может быть. Боже, я ненавижу вот этих. Я ненавижу реально вот этих. Ну потому что нужно работать, они хуйней страдают. Конечно, это самый легкий способ выйти, блядь, побалалаить. Ебучие песни, которые не могу даже петь и играть. И заработать за это еще деньги. Они стрёмно еще на нас так смотрят, пипец. Короче, мы находимся в Ставре, да? Где мы находимся? Нет, это галерея. Галерея? Тут
Бурико, побурико, пока мы сохраним. Привет. Побурико поснимаем. Ну реально он огромный. Бывает, сколько тут этажей? 5, да, наверное? Раз, два, три, пять. Да, пишу, сколько будет еще. Мне кажется, меня сейчас выведут отсюда. А я скажу. Да, вот. Что-то тут записано, не могу понять. Механики Украины. Нахера это такое вообще пишет. Короче, тут вообще стрёмная херня. Непонятно, куда идти, обувь какой-то, блядь. Нам же идти вниз, по сути, там же он посмотрел. Жанкер, блядь, эти нашего видео нахер. Знакомо. И Ева. Ей-ей-ей. А где еда? Еда внизу, да, внизу, походу? Внизу же идем вниз. Вон там, бля. Ебать, как охеренно, что я взяла паспорт с собой. Я тебе говорю, нам бы тут стопудово не продали бы. Ты ж какие-то злые, какие-то стрёмные люди. А действительно, мы вас очень любим, но нас, на нашем пути попадаются именно такие. Смотри, либо, смотри, скажи, это типа как в мосту, самые сливки, сливки сидят здесь, прям здесь, сидят и едят. И чтобы люди им в рот заглядывали, они получают от этого удовольствие. Ой, смотри, какие обои хорошие. Здесь везде воняет, здесь везде просто ужасно Японечка. Воняет. Какие тут реально хорошие обои и люстра. Обои. Ой, какая лепочка хорошая. Лепка, лепка. А тут воняет пипец как. Во всех местах. Причем. Боже, какие стрёмные люди. Какие стрёмные люди здесь. Кто пошел? Приличный мальчик. Так оно как-то, смотри, и булки здесь, и люди, блядь, сидят. А, куча еды, куча еды. Мама, мама, купите нам еду. А вот тут я возьму. Не надо. Нам пливой. Нам калории, нам надо, надо, надо выпить. Бо мы очень хотим спать. Блять, как везде воняет. Это невозможно вообще какой-то магазин. Как обалдеть. Ты лох меня, если ты такого не понимаешь, да, Тила? Да, блин, это что гонишь такое, нам пенем, что мужики с собой? А что, нет? Не, ну, один из нас так вообще, точно. Я реально хочу выпить, капец, как. Ну что, пожрать. Давай что-нибудь спиздим, Лиза. Ну реально, давай по красавчику сделаем. Запомним этот день, эти минуты. Нет. Побываем в милиции нет. Хоть, в одессийской. Хоть у нас не побывали, но побываем хотя бы в Одессе. Дорогущая? Вообще. Так уебом вас сюда, ва. У нас нет денег. Итак, здравствуйте. Сегодня снова я, Аня Сметанчик. Сегодня первый день. Это все, не идет? Да, идет. Ты еще тупишь? Своя камера. Здравствуйте. Меня привезла их вон та дура. С золотого ногтями. Все, я говорю точно. Что? Ну, я вовсе не буду торчать у меня. А, ну все. Здравствуйте, сегодня с вами я, Аня Кузьминович. Мы находимся в городе Одесса. Сегодня первый день. И мы находимся сейчас на Дерибасовской. Сегодня 31 марта. Завтра будет день дураков. Международный наш день. Показываю, показываю. Главное наш. Я... не вешаешь. Итак, хочу показывать вам все прелести этого достопримечательного города. Прям как во Львове, в котором я не была, конфеты кот раздает. А-а-а, крутяк вообще. Блин, они живые, это так клево. Как в Америке. А? Блин, ангел, смотри, как красиво вообще. Бедный, наверное, так холодно. Ты же побледнела. Как красиво, скажи. Да его сфоткать. Яшка, вон, подруги. Я видео снимаю, Лиза. Начальник. Не, не, нет. Он такой красивый. А
что вы без этих перчаток? Они же руки царапают. Нет. Я боюсь, нет. Не бойся. А вы им стрижете, да, их пиляете им ногти, да? Да, вы вот так отрезали, а потом пришли. Нет, ай, блядь. Боже, беда животных. А где они живут? В вольере. А как их кормят? Хорошо их кормят или нет? Не, Видео снимаю. Да. Нет, я боюсь. Посмотрите, как он бы. Пожалуйста. Бойся, красивые такие. А это мальчик, да, он бы. Ему ж больно. Мама, посмотри на него. Мама. Маякарь. Море!